Твое отражение заперто в черноте кофе, что я смакую. Дождь превращает огни города в мозаику на окне. В ежедневной газете перечисляют все самое худшее в мире. И список становится больше с каждым днем. Разница между утром и ночью — кофе, виски. Да нет никакой разницы. Будильник звонит в 5 утра. Ощущение, будто только закрыл глаза. Темно. Сижу на кровати. Вокруг мрак. Я встаю, умываюсь. Водитель ждет внизу, чтобы отвезти меня в старейший дом. Из отражения в окне машины на меня взирает старик. Дождливо, темно. Поздно ночью меня привезут обратно. Это не дом, это комната, где я сплю. А просыпаюсь таким же уставшим, словно и не ложился в кровать. Сплошная рутина. «Побег из Шоушенка». Вот как называется фильм, о котором я тогда подумала. Уже не важно, но это он. Я слышала, Поуп повысили. Она глава исследований. Что? Директор просто так разбрасывается повышениями? Думаю, все вопросы наверх. Нам понадобится дополнительный источник боеприпасов. И поскорее. Межпространственных переходов диапроектором требуется слайд. Что же тогда предмет силы? Слайды или диапроектор? Или разграничение является ошибкой? Thank you.
Джесси, рада вас видеть. Дилан находится у себя в камере, как вы и просили. Пока мы разговариваем, медицинский персонал проводит анализы. И я буду рада рассказать вам подробности позже. Собственно, что дальше? Диапроектор выключен, и шумам сюда больше не пробраться. Но проблема в тех, кто уже здесь. Мы не снимем изоляцию, пока не уничтожим их всех. Если кто-то из шумов вылезет, то это будет конец всего. На их устранение потребуется время. Я сделаю все от меня зависящее, но мои исследования продвигаются медленнее, чем мне хотелось. Это можно исправить. Я назначаю вас руководителем исследований. Приступайте к обязанностям. Я хочу, чтобы вы использовали все, что есть у бюро. Любой ресурс, любой конфиденциальный клочок данных. И нашли способ вывести шумов из игры. Это... правда? А, то есть, да, да, я могу, конечно. Да! Да, я согласна. Вы справитесь. И вообще, у меня больше не было никого на примете. Это честь для меня, Джесси, правда. Спасибо. Я просмотрела документы, обнаруженные в отделе пространственных исследований. Этот диапроектор невероятно мощный. Хорошо, что вы выключили его. Как вы относитесь к тому, что я занимаю должность директора? Это не сейчас произошло. Вы были директором с тех пор, как мы встретились, помните? Я все еще в восторге. Ничего не изменилось. Не для меня. Но бюро изменилось. Тренча и Дарлинга нет. Их знания и записи ушли вместе с ними. Они понимали бюро лучше, чем кто-либо другой. Они — это прошлое бюро, Эмили. Мы не будем работать так, как они. Будем учиться на их ошибках. Мы будем лучше их во всем. Мы не будем такими, как они. Когда шумы были в моей голове, я видела... странные вещи. Вроде даже Дарлинг разговаривал со мной. Есть мысли на этот счет? Эмпирически нет, но призрачные голоса и галлюцинаторные состояния тут не редкость. Учитывая силы, с которыми работал Дарлинг, он мог быть переведен на другой уровень сознания, будь то физического или нет. И вас это не огорчает? Да, очень. Тот факт, что он скрыл от меня эти силы, меня это бесит. Но Дарлинг всегда мечтал заглянуть за пределы нашей реальности. В этот раз он, может, зашел слишком далеко, но пока его сознание в состоянии воспринимать окружение, уверенно ему это нравится. Возможно, Дарлинг хотел оградить вас от темной стороны его работы. Нахер его! Я не ребенок! Не думайте, что я соглашусь на что-то, противоречащее нормам морали. Наверняка что-то было. Ну, было, конечно, пару раз. Как Дилан? Так же. Я не могу найти никакой активности шумов, но его физиология изменена. Не могу сказать, является ли активность его мозга подлинной, либо просто следствием воздействия шумов, подобно судорогам. Дилан может проснуться и завтра. Я правда не знаю. Тогда буду просто ждать его. Это справедливо. Он ведь меня долго ждал. Не волнуйтесь, мы будем следить за ним круглосуточно. Если он проснется, мы будем готовы. Я не имею в виду враждебность, просто... ну, вы знаете. Я понимаю. Моего брата тут не особо любит. Надеюсь, однажды у него появится шанс изменить это. Был один момент. После гибели Гранника я не могла использовать свои силы. Шумы забрались ко мне в голову. Лишь на мгновение. Это объясняет отключение Руге. Прежде чем мы поняли, что происходит, шумы захватили нас. Они были у меня в голове, и я видела ужасные вещи.
Я уже была готова смириться с поражением, как шумов отбросило. РУГ снова включились. После этого Дилан пропал, и мы сражались с пришедшими за ним шумами. Выходит, если гибель Гранника вырубила РУГ, это означает, что появился новый местный источник для передачи, и я предполагаю, что это... Я. Вы. Гранник мертв, если предположить, что это слово применимо к резонансной форме жизни. Но сила, которую вы называете Полярис, все еще активна. По крайней мере, так утверждают мои приборы. Не думаю, что мы когда-нибудь поймем все это. Мне это и не надо. Я просто рада тому, что ты здесь со мной. Хорошо. Спасибо, Эмили. Я обнаружила, что Дилан атаковал астральные измерения и совет. Чего он хотел добиться? С момента своего появления шумы заражали предметы силы, имеющие связь с астральным измерением. Возможно, их целью было получить доступ к астральному измерению и совету. Ответов это все равно не дало. Сложно понять мотивы шумов. Но я копалась в конфиденциальных файлах и заметила странный пробел в знаниях о Совете. Все сведения о них либо были удалены, либо просто не регистрировались. Это все равно не дает ответа на вопрос. Возможно, это так. Ладно, мне пора руководить бюро. Еще увидимся. Да, мэм, директор Фейден. Пожалуйста, Эмили. Даже в шутку не надо. В гостинице Оушен Вью не видели шумов. Могут ли выжившие прятаться внутри? Это возможно. Я помню отчет о подобном инциденте в 84-м. Бюро потеряло связь с целым отделом во время сдвига дома. 2 года спустя в гостинице нашли руководителя отдела. Его рука застряла в торговом автомате. По возможности, нужно будет отправить поисковый отряд. Где файлы о паразитических сущностях, которые я просила? Я отыскала несколько файлов в офисе Дарлинга. Чтобы найти остальные, нужно идти в архив, но я не собираюсь соваться в паноптикум. Не со сбежавшими измененными предметами. И узнайте, есть ли свободные отряды рейнджеров для миссии по поиску файлов. Мы должны быть методичными, последовательно вычищая всех шумов, комната за комнатой. Ну, если произойдет сдвиг здания, и хоть один из них прорвется... Блядь, иногда это место еще та заноза в заднице. Говорят, вы закрыли портал шумов, или как там мы их называем? Если бы мы еще избавились от оставшихся? Итак... Чем дальше займется Саймон Ариш? Во-первых, я запрещаю все диапроекторы, вот. Если серьезно, нам следует пересмотреть протоколы. Исследовательский отдел не должен принимать решения, которые ставят под угрозу все бюро. Блять, да весь гребаный мир без какого-либо серьезного контроля. Думаю, Поуп согласится. Некоторые люди в бюро слишком долго проработали в тени. И я хотел бы сделать эти РУГ частью обязательной униформы бюро. Они не стильные, но береженого Бог бережет. Не думаю, что будут жалобы. Особенно сейчас. Что вы думаете о моей работе в качестве директора? Я переволновался. Не поймите меня неверно. Тренч был ничего, но вы отвели нас от края пропасти. Огромная честь служить вам, мэм. Блядь, черт. Фейден. Простите. Однажды у него получится. Итак... Какова ситуация в моем бюро, Ариш? Ситуация такова, что мы все еще по уши в шумах. Не говоря уже о месяцах ремонта, без которого это место не будет работать. Но выполнимо ли это? Конечно же. Возможно, вам просто придется дать рейнджерам гаечные ключи, когда покончат с шумами. Кто-нибудь упоминал при вас о том, что Дарлинг использовал диапроектор? Сальвадор никогда, но сомневаюсь, что он знал. Я хорошо понимаю, что наша работа состоит в изучении и изоляции того, что мы не понимаем, но
Многое из трудов Дарлинга было за пределами наших основных целей. Слушайте, это не игрушки. Если вести себя иначе, то это приведет лишь к одному. По крайней мере, Пол понимает это. Теперь все в безопасности. Никто не пройдет сюда без моего ведома. Слава богу за это. Маршал уже долго отсутствует. Не знаете, где она? В прошлый раз я видел ее в секторе обслуживания, когда выводил рейнджеров из Атласа. Я сказал ей, что это небезопасно. Но она ответила, что должна проверить что-то. Вы спрашивали, куда она пошла? Уф, маршал не тот человек, в котором сомневаешься. Устрашает, да? Но если это поможет, она была одна. Вряд ли, но спасибо. Надеюсь, она появится. Увидимся позже. Вы знаете, где я буду. Как успехи с арсеналом? Никак. Похоже, он сместился. Рейнджеры проверяют каждый сектор. Дерьмо! На чьей стороне дом? Ладно, будем искать дальше. И разместим часовых на старом месте, вдруг он сместится назад. Нам нужны эти чертовы боеприпасы. Отлично справилась с этим, учитывая, что она совсем новичок. Полагаю, это так, но шумы все еще находятся по всему бюро. Когда она избавится? Полагаю, она работает над этим. Вам что, сложно признать, что она делает доброе дело? Слышала, что директор остановила шумов, верно? Она явно способна решать вопрос. Finally, someone had the balls to take the fight to them. It's about time we had someone other than an old man at the helm. Честно говоря, я согласен. Она крушит шумов снова и снова. Если мы победим, то только благодаря ей. Я буду ждать, когда ты проснешься, брат. Если... проснешься. Как ты думаешь, когда вернется маршал? Отсутствие во время кризиса, это на нее не похоже. Маршал такая же крутая, как и они. Тебе не стоит о ней беспокоиться. Надеюсь, ты права. Все это не просто так. Говорю же, совет организовал это, чтобы прорядить наши ряды, подготовить. Разве нельзя спокойно обрабатывать служебные файлы? Не хочу это слушать. Вы не хотите слушать, что нас, как овец, ведет на убой наше же невежество? Отлично. Хорошо. Вы будете в порядке. Не волнуйтесь. Директор закрыл их. Без проблем. Это огромная победа. Огромная! Она вроде пожертвовала душой брата, чтобы запечатать измерение шумов. Что вы несете? В который раз говорю, завязывайте с этой конспирологической хренью. Thank you.
Удачи тебе, правда. Говорят, директор уделала астральную фугу. Боже, ну и красава. Джесси Фейден. Директор Федерального бюро контроля. Все еще не могу в это поверить. Но... ты обо всем уже знала с самого начала. Даже если это был сон, я думаю, что Дарлинг тогда обратился ко мне по прямой связи. У меня такое чувство, что он и Трэнч будут не единственными абонентами с того света. Проблема в основании. Там Ахти собирался устроить себе отпуск. Нужно выяснить, в чем дело. Темно, тихо, транспространственно. Местечко в самый раз для Ахти. Выходит, это гравировка дверь. Ладно, попробуем ее открыть. Любоваться нет времени. Совет сказал, что надо спешить. Видать, здесь давно никто не бывал. Весьма красиво. Эмили наверняка хотела бы провести здесь полевые работы. Что это за свет? Моя жизнь была странной. Я даже не хотел, чтобы она была такой странной. Но это место – нечто иное. То пол уйдет из-под ног, то стены ускользнут. Эта дыра вечно в движении. Со стороны, с улицы, это обычное блеклое здание. Стоит себе, смотри, не хочу. Но никто ничего не видит. Почему мы так слепы? Нортмур.
то есть исполняющий обязанности директора Нортмур, сейчас едет на поезде из Вашингтона. Он ждет ответов, и потому я делаю эти записи, а не доказательство того, что я хотя бы пытаюсь все понять. Отец всю жизнь хотел найти нечто подобное, а мы обнаруживаем это, что иронично, через неделю после его похорон. А он ненавидел меня. Безусловно, мой отец, великий директор Эш, был бы здесь первопроходцем. И посмотрите на меня, его сына, книжного червя. Возможно, будущего главы исследований, а я не могу унять и дрожь в коленках, чтобы переступить порог. Моя жизнь. Узнала об основании. Нижняя часть старейшего дома. Помешать шумам найти. Маршал, как она выходит на прямую связь? Если только она не мертва. Черт. Она казалась женщиной, способной пережить что угодно. Я узнала об основании, став главой оперативного отдела. Это нижняя часть старейшего дома, доступная только директору. Даже название засекречено. Захария сводил меня туда в день моего повышения. Сказал, что я должна увидеть все сама. Для понимания, я потом иногда пробиралась в основание одна, наблюдала за ним. Но здесь никогда ничего не меняется. Даже стены. Постоянно, неизменно. В отличие от остального дома. Конечно, за мной постоянно следили. Я не задерживалась тут надолго. Я же не дура. Я должна помешать шумам найти это место. Только я могу это сделать.
ручками. Астральное измерение прорывается в наше. А что, если оно доберется и до верхних этажей? Тогда бюро конец. Thank you.
Вот бы здесь была Эмили. Мне бы пригодилась помощь руководителя отдела исследований. Вот это да. Как здесь просторно. Маршал, вы меня слышите? Если она вышла на прямую связь, то значит, это была не Маршал, так? Будем решать проблемы по мере поступления. Посмотрим, что происходит с той колонной.
тех пор, как мы вошли в здание, прошло 5 дней. Перемещаться внутри опасно из-за сдвигов, но нам удалось найти небольшую пещеру с предсказуемой структурой. Так по-научному звучит, эти стены нас не раздавят, пока мы спим. А Нортмур даже сделал открытие. Нашел пистолет, что лежал на каменном пьедестале перед странным черным обелиском. Будто артефакт из легенд, только там герои обычно находят мечи, а не пистолет. Но это идеальная приманка для таких, как он. И спустя часы после находки пистолета, Нортмур обескуражил меня, заявляя, как некий совет сделал его директор. Пустословил, что данная должность была бессмысленной до сего дня. Называл отца и прежних директоров обманщиками, самозванцами и даже хуже. Думаю, это место действует на Нортмура еще сильнее, чем на меня. Что странно, накануне перед черным обелиском никакого пьедестала не было. Здание поглотило жизнь моих людей, а теперь раздает подарки. Это какая-то игра. Если так, то мы пока явно проигрываем. Черт, да мы даже правил не знаем. Можно выбрать только что-то одно? Я думала, мы уже покончили со всякими испытаниями. С тех пор, как мы вошли...
Подведем итоги. Есть сломанная колонна, которая называется свая. Ее сломал кто-то. И теперь в основание проникает астральное измерение, которое уничтожит старейший дом, бюро и всех, кто там находится. И чтобы этого не произошло, я должна найти 4 каких-то замка или ключа. Но ведь я директор. Бывали моменты и хуже. Мне это несложно, Ли. Ты со мной?